Первый в России ветропарк в этом году откроют близ села Красный Яр. Его мощность составит 35 мегаватт. Такой показатель может обеспечить электроэнергией почти 12 тысяч квартир города. На площадке, где уже в скором времени возвысятся ветряки, завершились финальные работы перед началом монтажа. Приоритетом нашей компании является зеленая энергетика. Поэтому мы с интересом взялись за проект для того, чтобы действительно развивать новые зеленые технологии в стране. 14 ветроэнергетических установок, 80 гектаров или 120 футбольных полей. Именно такой площадью будет обладать ветряная электрическая станция. Высота каждого объекта из ветроэнергетических установок почти 150 метров. Уверены, что успешно завершим логистику по этому проекту. Сложнейшую логистику, так как в ветроэнергетике самое сложное – это логистика. Первое и самое сложное. Так как действительно, как вы заметили, множество негабаритных и имеющих огромную массу, огромный вес элементов. Несмотря на самое современное оборудование, малейший ветер мешал даже разгрузке всех комплектующих ветроустановок. А как заверили нас работники, Ульяновская область обладает хорошим ветропотенциалом. Наш регион первым представил данные ветромониторинга для того, чтобы именно на его территории была создана первая в России ветряная станция. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.